Апостол Павел высветил закон, что он был нянькой, ведшей к Иисусу. Но лучшее Христом был заменен, а храме подтвердил, что место это пусто. Еще лежат паломники устало, с претензией на святость крестные ходы. Обрядоверие в религии настало, гора традиций мышку не родит. В мироточении иконном задохнулись, с мощами схожи стали прихожане. К причастию утянут любого с пьяных улиц, монахи-евнухи от слова не рождали. Законники с дымящимся кадилом свет застили за силием обрядов. Живую веру начисто убили, с рождения свыше не стояли рядом. Богослужения не смеют сократить. Часы после причастия повторы. Дом без фундамента, без стены, без стропил. Все это на виду, о том не стоит спорить. Страна Икония, монашеский удел. Там без Христа законники остались. Лепили веру из пустынных дел, от веры откусили уже не только палец. Живая вера от рождения свыше, взор на Голгофу скорбную подъемлет. Свершилось, наяву в душе расслышит и следует за Иисусом смело. Законники в новозаветном духе, не разоблаченные по вырезе так явно, по храмам устоялись, неимоверно пухнут и сами для себя сготовили тут яму. Все храмы, храмы, лежбища отживших, иконный бастион, бастилия мощей. Вот церковь механический. Великая ошибка. Кто ненавидит Библию, останется ни с чем. 2 сентября 2007 года.